Добрый день. Сегодня хочу показать, как на тюнер Galaxy Slim Combi обновить программное обеспечение. У меня почему-то она... Какой здесь у нас? Сейчас мы глянем. Вот мы посмотрим версию. Так, вот 9.11. Почему-то не все частоты определяет тюнер. На других тюнерах нормально, поэтому я решил перепрошить на другое программное обеспечение. Заходим на флешку, выбираем наш файл, который необходим. Вот здесь он находится. Вот 10.03 программное обеспечение. И попробуем обновить тюнер. Программное обеспечение обновилось, база пустая. Ну, как рекомендация, лучше сделать сброс на заводские. Заходим в пункт настройка, здесь есть пункт заводские настройки. 4.0 сбросим. Так, и теперь проверим программное обеспечение. Так, меню, настройка и наша информация. Вот программное обеспечение обновилось, видите, стала 10-я версия. Прошивка на этом закончена.